ты в тупике, а я занята. Иди-ка к Котцебергу. Он в каком-нибудь кабинете отдыхает. Скучная дача. Шейкормак Ассасин. Но он не похож на тех, кого вы прежде использовали для создания своих программ. Я думаю, что Шей, возможно, самый важный ассасин за всю историю. Ваше исследование поможет мне получить результат, которого я пытаюсь добиться уже очень давно. История Шей может предложить кое-что и вам. Получили доступ к фрагменту памяти Шея на другом сервере. Отлично. Мне снова придется забрать болванчика для работы. С этим заданием все ясно. Но я тебя прошу, обдумай наш разговор. Я устала ждать Мелани и ее тупую ремонтную бригаду. Так что воспользуемся этой развалюхой. Я подготовлю анимус. Черт, забыла! Для сервера нужен первый уровень доступа. Первый уровень доступа предоставлен. Надеюсь... Больше не будет проволочек. Отлично. Заходи в серверную. Когда запустишь сервер, я загружу фрагмент памяти Шея в анимус. Наконец. Готовы к атаке? Начали. Ну, вперед! Кто вы? Не трогайте! Отлично, болванчик. Данные повреждены, но работать дальше можно. Возвращайся сюда. Похоже, перезапуск серверов убрал вирусы из системы. Ты прекрасно поработал. Не терпится увидеть, что нам покажет Шей. Первый уровень дает доступ в некоторые помещения, если вдруг захочешь размять ноги между сессиями в анимусе. Если скажу, что большего ужаса в жизни не видела, получу приз за банальность? Да, у Шея был трагический опыт. А, нет. Вот кому ушел мой приз. Продолжайте исследование. Лучшее впереди. Рада, что тебе лучше. Спасибо. Мистер Финниган, да? Господи, боже ты мой. Мы подобрали деревенского дурачка. Барри! Вспоминаешь, Эй, я Кэссиди, а это... Барри! Ты очень долго болел. Жаль, что был вам обузой. Видишь, у него есть манеры.
Как для матроса может. Небось, напился, да и выпал пьяный за борт. Барри! Он прав. Что вам надо? В чем дело? Ах ты, гад, как ты смеешь? Заткнись! Ой! Не троньте ее! Что это вы задумали? Давай проваливай, дурик! Я так и хотел. Но ты меня обидел. Спасибо, Шей. Будь я помоложе, уложил бы их одной левой. Чего они хотели? Как обычно. Решили, что им должны за то, чтобы никто не пострадал. Помяни мое слово. Эти банды погубят наш город. Жди тут, принесу тебе кое-что. Не стоит тебе разгуливать тут голышом. Вот, примерь. Вещи сына. Думаю, это тебе не помешает. Мало ли что. Благодарю. Прямо настоящий джентльмен. Кэсси. А при мне была книга? Нет, только это оружие. Спасибо вам. Я пойду. Видимо, манускрипт покоится на дне океана. Говорите, что вам надо от Финниганов? Я ни при чем. Мне приказали. Да? И где же твой босс? Его легко найти. Там во дворе всегда черный дым поднимается.
I do everything here? Это наш город. Живым тебе не уйти! On him. You have ready to open job. Fire. This is not in your best interest. Desist. I'll return. Leave him. We need to regroup. Спасет от дыма. Спокойно, мастер Кормак. Мы друзья. Финниганы знали, что вы решите действовать в одиночку. Я полковник Джордж Монро. Полковник? Я решил помочь, но, как видно, опоздал. Спасибо, что разобрались с этим отребьем. Они бич Нью-Йорка. А вам-то что? Вы же просто арендодатели. А люди в городе изо всех сил пытаются выжить. Неудивительно, что вы так считаете.
Некоторые из моих товарищей не слишком благородны. Но я не такой, как они. Неужели? Поверьте. Я хочу, чтобы колонии жили в покое и достатке. Громкие слова. Быть может, вас лучше убедят мои действия, мастер Кормак. Вот, заберите украденное. А теперь давайте пустим деньги на благо города. Я понимаю, у вас нет причин доверять мне. Вы сказали, что знаете Финниганов? Да. Их покойный сын. Работал. И чем же? Свобода от нищеты – лучшая из свобод. Даже кажется, что вам не безразличны те, кем вы управляете. Я не управляю, мастер Кормак. Я лишь помогаю. Видите развалины, мастер Кормак? Мы можем все исправить. Постройка городов – новая наука. Но она неплохо работает на континенте. Я распределяю ресурсы и пускаю их на стол. Как славно! Теперь здесь станет куда приятнее. Нью-Йорк будет процветать под вашим присмотром. Вы можете много сделать для города и горожан. Человеку нужна цель. Пока что прощаюсь. Полковник кажется честным человеком. Он стремится к лучшему. И в чем-то он прав. Учитывая все, что случилось, и что я сделал, прошлого не изменить. Но, возможно, здесь у меня есть будущее. И может быть, в этот раз я поступлю правильно. Надо возвращаться к Финниганам, сказать, что я жив. Шей, полковник Монро нам все рассказал. Сэр, вы дурак, но спасибо. Мастер Кормак, простите, что тревожу. Знаю, вы только пришли в себя. Нет, нет, я и сам устал лежать в постели. Тогда могу я попросить вас выручить моего друга? Он нашел преступников, изобретших странное оружие. Смотрите, пули громкие и яркие, как шутихи. Можем мы поговорить наедине? Его зовут Кристофер Гист. И, боюсь, он попал в беду. Как бы эти бандиты не вздернули его. Я не позволю им забрать еще одну жизнь. Я рад. Злодеи окопали в старом форте Арсенал. У меня срочные дела в Олбани. Пусть мастер Гист найдет меня там. Али, дорогуша, в старом форте кого-то вешают.
off you! Слыхали, дорогуша? В старом форте кого-то вешают. Молодцом, Шей. Выгнал собак из их будки. Ну, я как раз подыскивал жилище. Не торопись жить, юнец. Враг может прятаться на судне. О, их посудина вон там. Морриган? Что она тут делает? Это мой корабль. Простите, но я должен попытаться вернуть его. Стой! Вряд ли ты управишься один. Тогда помогите. Будь осторожен, Шей. Злодеи повсюду. Прикидываются обычными горожанами. Эти напали на семью, которая выходила меня. Хорошие люди. Так и есть. Знаете их? Барри и Кэссиди Финниган. Лично нет, но знал их сына. Не зевай. Эти мерзавцы хитры. Лучше бы нам их выманить. У меня есть кое-что получше. Что ж, вижу, с этим делом ты с легкостью справишься и без меня.
Сделаем так. Я найду новую... команду для твоего корабля. Вдруг придется уходить в спешке. Yeah.
Jason! Run! Shit, run! Хороший корабль. Как и обещал, команда подобрана. Лишь одно место пока не занято. Скажи, у тебя помощник есть? Нету. И давно. Что ж, тогда буду старпомом. Добро пожаловать. Разрешите обратиться. Могу предложить следующий пункт. Полковник ждет от меня вестей. Я думал о том же. Монро сказал, что будет в Олбани. Прекрасно! Что вы сегодня хотите? Необычное дело.